Да-д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 а
интернет в тумане, мозг в тумане, и я ничего не понимаю, что мне делать. Итак, я соединил двигатель Honda с насосом ГУР, хотел помотать масло, и думал воткнуть все это в свою раму, полную монококовости. По длине оно у меня влазит, а вот по ширине не вошло. То есть вот я вставил тушку двигателя, если без глушителя и без карбюратора, то в принципе все вставляется, вон даже есть как заводить. Но я-то хочу ставить все вместе. Соответственно, ладно, я сделаю, чтобы карбюратор торчал вверх. Но как мне вывести глушитель сквозь раму? Что мне там снизу-то вешать? Дайте советов, не знаю, что делать. Ну и в общем, в целом, по компоновке, как это все выглядит, хорошо ли или плохо, любые советы, буду благодарен. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, рассказывать об этом канале друзьям и помогать мне в комментах. До скорых встреч!